Это Лола. Все зовут меня Лол. Она в том опасном возрасте, когда разбиваются сердца. Ты скучала? Ты не звонишь, не пишешь. Я тут запал на одну девчонку. 5 баллов, брат. И появляются друзья на всю жизнь. Я здесь. И почему же вы опоздали? Вы будете смеяться. Видите, вот так я смеюсь. Такой красивый, глазам больно. Эмили, ничего себе учителя у вас. А ты прикольная. Я не могу его любить, но люблю. Мне так хорошо с ним. Вы, бабы, все чокнутые. Сменили тему. 4 по математике, 3 по истории, 2 по биологии. Лола, о чем ты думаешь? Зажигаем. Лола! Знаю, тут не убрано. Тут атомная война. Марш в комнату. Иди ко мне. Я же так себя не вела. Ну, всякое бывало. Какие-то они стрёмные. А почему стрёмные? Просто они французы. В этом году... Пока тебе нет 18, я кое с чем мириться не буду. С тем, например, с тем, как ты губишь свою жизнь. Вы увидите фильм о свободе. Как же круто любить кого-то до боли. Но как люди это выдерживают? И о том периоде жизни, когда мы понимаем, чего мы стоим. Если он целует тебя в губы, значит, точно хочет замутить. Майли Сайрус. Переспи со мной. Деми Мур. Я вам не помешаю? Что ты? Лето, одноклассники, любовь. Ненавижу ее. И трусики у нее такие шлюшные. Мне бы такую задницу. Скоро в кино.